Ребят, привет! Я хочу пригласить вас на вебинар обратной связи. Я заметила, что когда я провожу проекты по воспитанию детей, по позитивному воспитанию, когда я обучаю родителей, очень особенное время у нас вот с моими студентами происходит, когда они приходят ко мне онлайн, я смотрю на их ситуации, они оставляют мне свои вопросы, какие-то реальные жизненные ситуации, и мы с ними разбираем эти ситуации в прямом эфире, они задают мне дополнительные вопросы. Это очень ценное время, очень целительное время, когда мы можем увидеть, во-первых, огромное количество разных ситуаций, которые есть у других людей, увидеть себя в этих ситуациях, и разобраться в чем-то конкретном, то есть не в общем, когда ребенок ведет себя так, делайте так, да, а вот в этой конкретной ситуации, что мы можем сделать для того, чтобы помочь ребенку, для того, чтобы помочь себе, для того, чтобы помочь семье. И вот это все происходит на вебинарах обратной связи. Я хочу вас пригласить на такой вебинар. Это будет закрытый вебинар, он будет не для всех доступен. Он будет для тех людей, которые приобрели мою программу «Алгоритмы для родителей». Даже если вы всего лишь один из 13 алгоритмов приобрели, вы попадаете на этот вебинар. Я его проведу где-то в конце июля, в начале августа. То есть у вас будет время изучить те алгоритмы, которые вы купили, потому что вы получаете доступ сразу же ко всем материалам алгоритмов, можете скачивать аудиофайлы, тетради, слушать, изучать. Вот, и я думаю, что как раз к концу июля, к началу августа у вас уже сформулируются какие-то вопросы проблемные, которые вы не смогли понять, как решить с помощью алгоритма. И вы сможете задать мне эти вопросы на этом вебинаре обратной связи. Я хочу пригласить вас, дорогие мои, на этот вебинар. Напоминаю, что он будет закрыт, и вам нужно хотя бы один любой алгоритм приобрести. Ссылочка на алгоритмы под этим видео, и тогда вы попадаете на этот вебинар. Дело в том, что сегодня заканчивается возможность присоединиться к этому вебинару. Дальше вы сможете приобретать мою программу «Алгоритмы для родителей», но на вебинар уже попасть будет нельзя, потому что мы набираем определенное количество людей, ну потому что, когда очень много участников, я просто не могу ответить на все вопросы. А на этом вебинаре я хочу ответить на все ваши вопросы, которые у вас будут, на ваши ситуации. Поэтому, если вы хотите услышать какое-то мое мнение на какую-то ситуацию, которая вас волнует в контексте вашего ребенка, приобретайте хотя бы один алгоритм, а лучше приобретайте все сразу, потому что они все очень полезные, и там рассматриваются темы самые-самые важные для родителей. Материал очень концентрированный, материал выбран из лучших книг, программ, ведущих экспертов. Я провела исследования всех работ ученых, ну вот самых, которые в топе сейчас находятся по позитивному воспитанию. Я такую выжимку вам даю, которая поможет вам понять, как же вам действовать в конкретных ситуациях. Ссылка на алгоритмы под этим видео. Помните, пожалуйста, что сегодня заканчивается возможность попасть на вебинар обратной связи, поэтому делайте ваш заказ сегодня, оплачивайте сегодня, и мы с вами увидимся в конце июля, в начале августа. Мы вам дадим знать, когда это будет. Вы заранее сможете задать вопрос. Если вы не сможете быть онлайн на этом вебинаре, вы сможете оставить мне ваш вопрос до вебинара, я отвечу на него, и вы потом в записи послушаете мой ответ. И, опять же, после вебинара вы получите видео и вы получите аудио, что самое главное для скачивания, потому что вебинар будет большой, около 2 часов, может быть, даже больше. Вам будет удобно прослушивать в вашем телефоне этот файл. Дорогие мои, лето впереди, лето еще полно возможностей подзарядить себя, улучшить отношения с детьми, подойти к осени уже подготовленными. Пользуйтесь моей программой «Алгоритмы для родителей», записывайтесь на нее сейчас, чтобы попасть на вебинар обратной связи. Я буду очень рада послужить вам, помочь вам. Вот. И у моих детей тоже наконец-то закончилась школа, у нас сегодня первая неделя без школы. Вот. Поэтому я тоже буду использовать это особенное время для того, чтобы приближаться к деткам моим, вот, и буду с вами этим делиться. Записывайтесь на алгоритмы, жду вас на вебинаре, желаю всего вам самого-самого хорошего. Пока!